Работы идут с опережением графика, с некоторым, потому что согласно графику работ мы должны закончить были бетонные работы в первой половине октября. Еще не закончился сентябрь, у нас бетонные работы уже подходят к концу. На сегодняшний момент выполнены фундамент, короб для теплотрассы. Идет самый ответственный этап – заливка основания пола под спортивной площадкой. Помимо этого предусмотрены подсобные помещения – тренерская комната, раздевалка, душевые. В школе надеются, что временной задел поможет сдать спортивный зал раньше намеченного срока. В школе очень много проходит всяких спортивных мероприятий, очень много работает кружков и секций спортивных. И дело в том, что в связи со строительством спортзала нам, нашим детям, доступна только площадка, которая открытая. Помещение сейчас недоступно, поскольку там рядом с этим помещением идут ремонтные работы. Согласно договору, 20 декабря планируется сдать объект, но, глядя на нынешние темпы, я думаю, что этот объект сдастся немножко пораньше.